Друзья, всем привет, и как всегда на канале RetroTech, с вами как всегда я, Лёха. У нас сегодня с вами посылка подписчика, прошу прощения за то, что я начинаю видео не с себя, обращаясь к вам лицом к лицу. Очень устал после работы и, честно говоря, выгляжу просто отвратительно. Поэтому, друзья, сегодня вот такое вот начало. Посылочка от подписчика, не буду говорить от кого, человек сам знает, попросил не озвучивать. Вот, поэтому, ребятушки, что я могу сказать? Давайте заваривайте чаек. Начало недели. Вот, небольшой вам контент на вечер, чтобы не было так скучно. Стараюсь, как всегда, для вас. Вот, поэтому, ребята, чай, кофе, ну а я начинаю. Так, давайте, собственно, скрывать нашу посылку. Так, что у нас здесь? Здесь у нас мой, как всегда, мультитул. Есть. Наклейка, что оно осторожно крыхкое. Кто не понимает, осторожно хрупкое. Так, есть. Давайте аккуратно я достаю. Все, коробка нам больше не нужна. Вот так вот все у нас запаковано. И потихонечку давайте распаковывать. Так. Слушайте, ух, сколько пупырки. Ну, я уже вижу интересные агрегаты. Слушайте, слушайте, смотрите, что-то тут, ё-моё, тут реально интересные агрегаты. Так, ладно, здесь у нас с вами наушники для BenQ Siemens, запакованные в пакетике, в родном, походу, даже, вау. Аккумуляторы. Давайте достанем телефоны, а потом будем смотреть аккумуляторы. Так, есть три сюда. Три сюда. И три сюда. Или четыре, даже не знаю. Так, ну и пока по аккумуляторам давайте аккуратно развернем и посмотрим, что у нас есть. Слушайте, ну как минимум два сверху, я на них уже смотрю, у меня слюна течет. Ну, по Е1, конечно, я его знаю, все. А вот по Алькателке, бог мой, как она мне нравится. Так, ладно, аккумуляторы, это все у нас аккумуляторы. Ну давайте, я не знаю, на чего. Давайте начнем с... Не-не-не-не-не-не-не, слушайте, ну это мы к этому подойдем. Там еще пакетик, он лежит какой-то, знаете, а я не знаю, что там внутри. И это очень интересно. Так, ладно, давайте, это у нас LG. У меня такой огромной батареи нету, поэтому... Воспользуемся. Подождите, какая тут интересная распиновка. Распиновочка, наверное. Ну ладно, давайте пробуем. У меня здесь есть. Если это вот так вот, плюс. Сюда плюс. Сюда. Вот так вот. Да, есть. И пробуем включать. Пошел, родненький. Ставьте симочку, просит. Класс, слушайте, интересно. Я вообще фанат LG, и я обожаю эти телефоны. Давайте посмотрим мультимедиа. Медиаплеер сейчас. Есть что-то у нас воспроизвести? Нет, ничего нету. Настройки, профили, общий... Опции, настроить, входящий, нарастающий. Давайте послушаем, что у нас здесь есть. Очень громкий.
Класс, ну слушайте, ну реально приятный, вот я смотрю на него, он очень и очень приятный, там уже немного видно под стеклом, скоро будет клей выступать, надо его будет разобрать, почистить, но слушайте, агрегат-то интересный, это у нас LG A290, это обычная простая звонилка, друзья, но она классная, она просто прикольная. Тут, кстати, какая-то еще кнопочка. Я не могу понять даже, что это. Я впервые такой значок вижу. Ладно, отложили. Ну, давайте, наверное, давайте Моторолу Е первую посмотрим. Что у нас здесь? У нас здесь оторванный лоток с сим-контактами, поэтому мы телефон включим, но, к сожалению, он у нас не включится, потому что необходимо паять. Вот, потому что эти телефоны без сим-карты не включаются. Ну, давайте все равно чисто на проверить на включение, конечно же, надо. Да, я вижу, что загорается. Hello Moto. У нас небольшие пятна есть на дисплее. Вот, но подождите, включить режим авиа. Переход в режим авиа, да. Ух ты! Слушайте, а он включил? Нет, все-таки я так и думал, что будет просить карту. Окей, ну сам факт работает, можно попытаться немного попаять, вот, и привести его в порядок, в принципе. Это нормально, нормально, можно немножечко поиграться. Окей, второй есть. Ё-моё, даже... Нет, давайте, как я и хотел. Alcatel. У нас появился Siemens CX-70. Alcatel. Я видел такие, честно говоря, пару раз на барахолке. Хотел себе приобрести, но, к сожалению, они были все в отвратительном состоянии. А вот этот красавчик у нас в хорошем состоянии. И я вам скажу, что он станет отличным дополнением моей коллекции. Немного вот здесь вот сломана верхушечка, но это ничего страшного, подклеить. Удивительно то, что телефон дожил до наших дней в хорошем состоянии, да и вообще Alcatel это классные телефоны, если не ошибаюсь, французы их делали. Французы всегда делают интересный дизайн, и они не боятся экспериментировать, да? Вспомни только машины, например, Citroën или Citroën, как вы их называете. Но они все-таки, видите, какие уникальные у них запчасти, которые, ну, уникальные, скажем так. Давайте попробуем включить. Я думаю, тоже потребует у нас сим-карт. Но обратите внимание, что клавиатура у нас кириллица. То есть телефон спокойно продавался на рынке стран СНГ. Ой, друзья, блин, слушайте, ну я прям кайфую, серьезно, я кайфую от этого телефона. Давайте будем сейчас вставлять сюда сим-карту и будем обязательно его включать, потому что, блин, ну он классный, реально он классный. Я уже вот с нетерпением жду, чтобы его разобрать, посмотреть внутри, почистить его везде. Ну, не знаю, такой, знаете, небольшой мужской фетиш. У всех, конечно, свои. Напишите в комментариях, какой у вас. У меня чистить старые телефоны и приводить их в порядок. Так, ладно. О, кстати, а вот и батарея на Motorola E1. Подздутая немного, ну ничего. Разберемся. Так, ладно, включается. Класс. Ирда, инфракрасный порт. Камера, заглушечки. Вообще кайф. Ну, ой, знаете, мне вот эти вот картиночки все напоминают что-то из GTA 3. Давайте посмотрим, ну что там с фото, сделать фото. Ух ты. Класс. Не, знаете, я кайфую максимально от этой штуки. Так, ладно, где у нас здесь... Звуки. ММФочки.
Обратите внимание, да, у нас форматы AMR, MIDI, WAV, MMF. То есть, ну, довольно-таки широкий набор. Прикольно. Блин, слушайте, обалдеть, реально обалдеть. Слушайте, да вибрация тут вообще кайф. Ну, вибрация здесь как на Самсунгах. Обалдеть. Вот, друзья, блин, я рад. Вот, серьезно, чисто по-человечески огромное-огромное тебе спасибо. Кто смотрит, тот знает, кому я говорю спасибо. Ой, друзья, да и в принципе всем вам, блин. Приятно, когда вот ты по-человечески и к тебе по-человечески. Как это, знаете, в любой ситуации нужно всегда оставаться человеком. Ух ты, смотрите, а я вижу Samsung X120. Так, ладно, давайте попробуем семеновскую батарею вставить. Давно у меня... Так, а тут крышка, да, отломана. Или что, не могу понять, походу, да. Да, есть. Попробуем. Ну, этот звук, ну этот звук, друзья. Ну, блин, ну разве за такой звук лайкосик прожать не надо? Я думаю, конечно же, надо. Поэтому обязательно прожмите лайкосик и вспомните вашего Семёна. Блин. Знаете, эмоции переполняют, и это вот такие моменты, когда хочется просто помолчать. Siemens X65, прошу прощения, я там сказал, CX70, по-моему. Так, что у нас с джойстиком? О! Нет, джойстик работает. Рисуночки. Интересно, есть какие-то стандартные? Да! Конечно. Да, фотка чья-то. Нет, джойстик чуть-чуть потупивает, надо его в порядок привести. Бумер. Блин, все, телефон сел. Но, слушайте, класс. Класс, 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 класс. Я прям, знаете, как маленький ребенок, который получил долгожданную игрушку и кайфует от нее. Вот так вот и я получаю телефоны и максимально прям вот погружаюсь в них. Каждый мужчина — это маленький ребенок. Так, ладно, я думаю, вы хотели Samsung X120. Давайте пробовать. Я его, честно говоря, тоже хотел посмотреть, включить, что да как. Так, есть контакты, там немного паянные, смотрю. Вот, ну ничего страшного. Ах. Как бы так подхватиться? Не знаю, давайте попробуем немного пошире захватить. Нет, друзья, не хочет включаться Samsung X120, хотя странно. Я думаю, может быть, в принципе, надо снять просто припой вот здесь вот, и тогда он включится. Ну, ничего страшного. Ладно, кладу его сюда, и давайте дальше перейдем. Опа! Давайте посмотрим, что здесь. Мне все-таки очень интересно. А здесь у нас, ребята, Alcatel.
TLS-38, что-то там, 88 где-то, по-моему, как-то так он называется. Честно говоря, не помню. Да и здесь, собственно, обозначения нету. Вот такие телефоны у меня, кстати, на обзоре были. Я вам показывал, наверное, где-то с год назад один из подписчиков прислал два таких телефона. И они очень интересные. Здесь к нему идет дополнительная док-станция. И через нее, короче, не док-станция, а такой переходник с наушниками. И там тоже блок управления медиаплеером. Очень интересный телефон. Единственный, конечно, минус — это вот здесь вот заглушка, которая резиновая. Она тупо разлеталась моментально. Но телефон бомба. Тот же самый Alcatel. Молодцы. Вот французы молодцы. Делают поистине потрясающие телефоны. Вот не стесняются использовать все свои... Класс, звук. Не стесняются использовать все свои таланты и возможности в плане дизайна. Класс. Вы прислушайтесь. Каждая иконка издает свой звук. Вообще, ну блин, ну вот что сказать, ну молодцы, это же... А что, он не хочет играть? Ага. Что-то с ним случилось. Окей, ладно, не будем его тревожить, пускай немного, как говорится, отлежится. Но кайф, кайф, реально, телефон, блин, интереснейший. Так, ладно, кладем сюда, давайте возьмем вот этого агрегата. Я, честно говоря, впервые вообще за всю свою жизнь держу его в руках. Это BenQ Siemens, если не ошибаюсь, S81. Никогда у меня такого телефона не было. Да, это батарея от него. Попробуем тоже сейчас включить. Если у меня S88 были, то S81 у меня не было. Есть, загорается у нас индикатор. Он нам может говорить о том, что либо нету заряда, не хватает, либо он севший. Нет, смотри. Ага. Окей, давайте попробуем зарядить, включить его напрямую. Так, где у нас здесь плюс-минус, пока непонятно. Ну, сейчас подключим и поймем. Есть, идет, давай запускайся. BenQ Siemens. Интересная менюшка, конечно, такая, значит, своеобразная. Надо разлагаться, как говорится. И игры, медиа-центр, изображение, музыка, MP3-шечки есть. Так, а звука нет. А что ж такое? Да, слушайте, странно, я и даже мелодию почему-то не могу. О. Нет, звука нет. Подождите, у нас есть... Ай, ладно, выключился. Я теперь, кажется, понимаю, для чего нужны наушники. И это наушники к нему. Да, это наушники к нему. Окей. Но тоже интересный телефон. Интересный телефон, пойдет в коллекцию однозначно. Так, и два, друзья, телефона у нас S80.
восьмых. Ну, давайте-то уже их немножечко, как говорится, поюзаем. Так, это у нас аккумулятор для S88-х. И давайте включать. Классные были, компактные. Не все, конечно, эти телефоны любили, не всем они нравились, но по одной простой причине. Просто не все... не то, что знали они, да, а рассматривали вообще их как вариант, потому что, скорее всего, все-таки маркетинговая компания была очень слабая по этим телефонам. Я вам скажу, у меня были друзья, которые пользовались нечто подобным, но больше предпочтения, конечно, отдавали уже Nokia. Так, ладно. Есть. Работает, работает. Давайте посмотрим мелодии. Вложенные. И тут не хочет. Окей, ну давайте попробуем сейчас наушник включить. В наушниках есть. Подождите. Видали? Я достаю. О! Есть. Это мы твои друзья, трубку шо поднять нельзя? Класс, класс, слушайте. Обалдеть. Реально балдежно, балдежно. Друзья, я аккуратно поддеваю, не переживайте, я не царапаю. Ну и давайте еще один. Вот он у меня тоже. Вставим и проверим. Да, есть, тоже включается. Блин, молодцы, все-таки придумывали, блин, настолько интересные телефоны. Единственное, я же говорю, в свое время вот эти вот заглушки, вот это была большая беда, вот чисто только в заглушках. Так, ну если я не ошибаюсь, по-моему, здесь поприятнее будет джойстик. Давайте сейчас попробуем на этом телефоне еще что-то сфотографировать. Сим-карт, да-да, я знаю. Да, джойстик здесь намного приятнее, в этом телефоне он, видно, вот телепается, подушатанный. Давайте попробуем что-нибудь сообразить. Так, у нас сразу включилась вспышка. Пока не знаю, как вспышку отключить. Так, это у нас видео пошло. Нет, видео я не хочу. Я хочу переключиться. Вот так вот. Че, серьезно? Я просто никогда его не было. Реально, смотрите, вот тут видео и фото переключение. Интересно, интересно. Подождите, а как вспышку убрать? Ой, она мне заслепила. Слушайте, а вспышка хорошая. Разрешение. Сценс. Эффекты, фреймы. Нормал, макро. Вот вспышка. Есть. Есть, сфоткал. Ну вот, собственно, можете сами посмотреть результат. Друзья, на этом, в принципе, все. Вот такая вот была распаковка по ссылке от подписчиков. Огромное спасибо за то, что вы были со мной. Спасибо вообще за то, что вы смотрите. Спасибо за ваше время. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Берегите себя, берегите близких. Всегда оставайтесь людьми. Все, друзья, всех люблю, всех целую. Всем ностальгии, всем пока. Пока.